Предприятия Новосибирской области задолжали своим рабочим больше всех в сибирском регионе. По некоторым данным, наша область и вовсе лидер антирейтинга в стране. Около трети зарплатных долгов в Сибири приходится именно на наших работодателей. 250 миллионов рублей должны новосибирские предприятия. Причем задолженность с начала года выросла более чем в 4 раза. У наших соседей эти цифры значительно скромнее. Томичи не получили 27,5 миллионов. Около 27 миллионов рублей задолжали сотрудникам работодателя Кузбасса. А в Омской области долги по зарплате около 14,5 миллионов.